Сосредоточенность, внимательность, умение вовремя принимать правильное решение. Всеми этими качествами обладают юные участники ежегодного шахматного турнира «Агвафон Опен». Сложный и в то же время интересный вид спорта объединяет людей разных возрастов – школьников, ветеранов и даже совсем еще маленьких любителей интеллектуальной игры. Наряду с шахматистами из Абхазии в турнире принимают участие и спортсмены из городов России, которые стали уже постоянными участниками «Агвафон Open». В первый день конкурса за звание сильнейшего шахматиста боролись дети. Я хожу на шахматы 2 месяца. Мне очень нравится играть в шахматы. Меня зовут Самир, мне 7 лет. Я хожу на шахматы год. Компания «Агвафон» принимает активное участие в организации данного шахматного турнира уже 12 лет. И, как отмечают организаторы, с каждым годом становится все больше любителей этого вида спорта, среди которых немало детей. Для нас очень важно поддержать данное спортивное мероприятие, так как это способствует интеллектуальному развитию наших детей. «Агвафон» поддерживает не только мероприятия по шахматам. Также мы поддерживаем футболистов, мы поддерживаем боксеров, борцов и других спортсменов. В этом году призовой фонд турнира составил 90 тысяч рублей. По итогам соревнований были выявлены победители в разных категориях. Среди детей до 8 лет первое место занял юный шахматист из Казани Шерифулла Нутфулин. В возрастной категории до 12 лет сильнейшим стал Тристан Гварацхели. Среди взрослых победил Артем Табарян. Среди школьников, любителей шахматной игры, лучший результат показал Тристан Гварацхели. Среди ветеранов первое место занял Борис Накопи. Среди девушек сильнейшей шахматисткой признана Сарида Лагвитава. Всем победителям и призерам турнира были вручены дипломы и денежные призы. Шахматами я занимаюсь уже 5 лет. Я, скорее всего, думал, что я возьму первое место, потому что я дома много готовился к этому турниру. Как сообщили организаторы турнира, теперь «Агвафон Опен» будут проводить чаще. И следующие соревнования пройдут уже в сентябре. Мы расширили список соревнований, календарь у нас расширился. Мы теперь каждый праздник, который есть в Абхазии, мы будем отмечать соревнованием. Это, прежде всего, у нас будет именно в день праздника 30 сентября большой шахматный турнир будет там с выносом столов на улице, чтобы люди, даже любители, подходили. Международный шахматный турнир «Агвафон Опен» стал хорошей подготовкой для юных шахматистов, выезжающих на чемпионаты мира и Европы. Двери детско-юношеской спортивной школы всегда открыты для всех любителей этого вида спорта. Сария Гварацхелия, Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение.